Вот это круто! А вот это выглядело круто! Бля, ну не по размеру сделал, бля. Всем привет, друзья, это Айс. Мы продолжаем играть в Shadow of Mordor. Немножко не с того места, на котором мы остановились, но скоро я туда доберусь. Вот, я уже поставил себе точку. И туда, собственно, сейчас отправляюсь. Мы продолжим с вами, когда я буду уже на месте. Дело в том, что я просто выполнял тут всякие... Ну, вообще, привыкал к игре, ходил, смотрел, убивал капитанов. Ничего интересного особо не было. Может быть, по ходу расскажу, если были какие-то... Вспомню какие-нибудь интересные моменты. Ну все, до встречи на точке. Ну, вот этого глаза Саурона, получается. Ну, или около него. Ну что, ребята, мы подошли к этой башне, сейчас мы на нее заберемся вместе, посмотрим, что будет. Я тут немножко поубивал капитанов по дороге, и, на самом деле не хотел, они просто сами напрашивались. Ну, за счет этого я прокачался. Интересно, что будет на башне. Опа-на! Влезаем! Не ждали? Оп! Проклятые орки! Пошел вон! Так, у меня появился удар, кстати, новый, надо его... Эй, привет! Я понимаю, что у всех свои предпочтения, но сломанный меч, тебе не кажется, что это перебор? Может, если ты обзаведешься нормальным оружием, я не стану воскресать, а? Поразмысли на досуге! Вот так. Уничтожение. Ты же боишься гореть заживо. Оп. Бля, в реале я бы... Опа-на! Опа-на! Сейчас будет опять умолять меня. Ты, конечно, можешь меня сейчас убить. Это будет предсказуемо. Но ты же любишь необычные иконы. Может, ты меня просто отпустишь? И тогда другие орки скажут: ого, опасный оригинал. Блять, вот опять это дерьмо, а. Короче, я не понимаю, как это говно работает. Я всегда жму нужную кнопку, и всегда он убегает. Я только один раз каким-то чудом смог его убить, сам не знаю каким. Ну ладно, попиздились мы с ним и попиздились. Полезли наверх, хочется уже узнать, что же там будет. А вот и он. Хедиры не более чем извращенное подобие палантира, но мы можем использовать поделки Саурона против него самого. Эти башни даруют нам знания. Мы очистим их и присвоим их себе. Сейчас мы видим все, что было утрачено, и все, что будет утрачено, если его губительное влияние вновь наберет силу. Так, ну и что я вижу? Я пока ничего не вижу. Этот город был построен на обломках моего королевства, но кое-что все же уцелело. Это мои могильники. До сих пор укрытые от взора Саурона. Там я покажу тебе, почему мы должны вернуть мое кольцо. Я узнаю это место, я сражался здесь много столетий тому назад. Теперь тут стало тише.
Вот и задание, побежали. Я думаю, это будет интересно, как минимум. Ну, наверное, надо спрыгивать вон туда. Входим в режим призрака и ищем секретную дверь. Класс. В давно минувшую эпоху моя армия вступила походом на Мордор. Мы хоронили наших погибших в могильниках, таких как этот. Здесь, под защитой могущественных чар, упокоились отважнейшие из воинов. И всюду мы несли свет эльфийской благодати. И при тебе было кольцо? Да. С помощью него я создал себе армию. Я возглавил атаку на Саурона. Фух, ну начинаем. Надо накопить ярость. Блин, он какой-то не самый поворотливый пока что. Эй, я чё, один, что ли? Ну ладно, я сейчас, наверное, стану супер крутым. Тут какие-то орки с орками, короче, махаются. Фаталити, давай. У тебя же... Блин, Келебримбор. Мне не очень нравится Келебримбор. Странный парень. Вот так мы... Убили еще одного. 5 можно нажимать. Супер ярость. Нажимайте несколько раз. Ну, я жму, и что происходит? Что делать, что делать? Я жму, жму, жму. Что происходит? А, мы типа были супер быстрыми. Вот она в чем фишка. Ну, выглядело это не очень круто. Я вам хочу сказать. Вот это круто! А вот это выглядело круто! О, бля, ну не по размеру сделал, бля! Да ну, не верю! Да ну, не... Да не может так... Новое кольцо! Наше кольцо! Не запятнанное его тенью! Оно безупречно! Задание выполнено. Кольцо утеряно, но мы еще можем раздобыть палантир. Походу могу, сейчас я быстренько перепройду. Вам это смотреть, я думаю, не нужно. Так, я выполнил то мини-задание. Получил там все плюшки, на золото, короче, прошел. И теперь нам надо выбраться, чтобы выполнить задание под названием «Видящий камень». И, блять, меня заебало это завоеватель выполнить сетевое завоевание. Я не знаю, как его отключить, и оно меня, бля, раздражает, потому что оно, ну, довольно много места на экране занимает, как бы. Вот, нам сейчас нужно вон туда. Побежали? Чё? У нас нет времени, мы можем взять с собой только самое ценное. Мы заберем все. Идель, придется чем-то пожертвовать. Я не стану жертвовать нашим прошлым, в угоду страху. Эй, ты? Ты кто такой? Баланор, это тот следопыт, про которого я тебе говорила. Ты пролил много крови ради Минуса Тиля, а мы даже не знаем твоего имени. Талион. Гондор благодарен тебе, Талион. Но сейчас главное защитить ворота. Нет, урукам нужен палантир. И они не успокоятся, пока не добудут его. Где он? Мой отец спрятал его. Спрятал или нет, это ничего не изменит. Уруки перевернут весь город вверх ногами. Положение отчаянное, но мы не сдадимся.
Мы выстоим, мы должны! Я должен защитить ворота! Время мочить! Ну все, падла, я пришел. Пора вас кончать. Удар глефой. Тот самый удар глефой, неужели... Он мне сейчас нужен. Я думаю, что он довольно-таки бесполезный на самом деле. Это лишь начало, будут и другие. Надо выяснить, с чем мы имеем дело. Сюда! Стены города долго не продержатся. Я разберусь с осадными зверьми. Тут мы с Бараноном сами справимся. Разберусь со зверем, я чуть не уверен. This should prove interesting. Так, а чё тебе сломлён, и чё? А, Е, чтоб починить. Подчиняю. Посмотрим, на что он способен. Давай! Подохните, твари! Еще один зверь. По-моему, он умер. Подохните. Чёртовы орки, как клопы. Где? Где? Вот так так. Вот это он круто его убил. Понял, двойной прыжок. Класс, жалко, что не тройной. Это был довольно просто, зверь. Подчинись. We must secure the Palantir. Получайте, твари. Бля, мне это нравится. Я могу так целый день. Сейчас опять будет эпическое убийство. Бам! Мы их отбросили на время. Будет новая атака, это точно. Нам надо вернуться в верхний город, узнать, как там Идриль и остальные. Им мало нас просто уничтожить. Они хотят стереть нашу историю. По крайней мере, у них нет видящего камня. Ворота держатся. Эти реликвии были мне дороже всего в жизни. Отец был прав.
Нужно забрать, что сможем, и уходить. У вас есть бесценное оружие. Видящий камень может показать вам, что делает враг. Загляните в него. Это слишком опасно. Палантир отравляет душу, подобно яду. Никто не сможет устоять перед его влиянием. Я смогу. Не ты первый так считаешь. И если я не прав, я потерплю крах, как и все они. Но если я прав, мы выиграем эту войну. Тогда я разыщу отца и поговорю с ним. Она припомнит тебе эту клятву, следопыт. Ну что, задание выполнено. И, ребят, на этом самом месте я предлагаю закончить эту серию. В следующий раз мы продолжим выполнять задания основного сюжета. Пора прощаться, ребят. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, как всегда, поддержите меня лайком. Если нет, дизлайк ставьте. Что же делать-то? Пишите в комментариях, что так, что не так. Ну а если вы здесь первый раз и вам нравится подобный формат, вам нравятся подобные видосы, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Пока!